Всем ола. Ну что, мы с вами находимся на Пласа Испании в Барселоне. И я хотел бы рассказать, что если кто, короче, смотрел мои предыдущие видео про укол, про дыхание, про то, что я 6 лет не чувствовал запахов и вкусов, и мне сделали в начале ноября, короче, укол, все-таки врачи каким-то чудом просто помогли, и я начал дышать и начал запахи и вкусы чувствовать. Соответственно, начал жрать все подряд, потому что очень много лет не чувствовал вкусов разных продуктов, фруктов и так далее. Просто начал реально обжираться, дикий жор на ночь. Вообще, вот с таким просто пузякой я ложился спать, вообще звездой на кровать, что уже не мог ничего делать. Просто реально вот звездой валялся вот такой вот. И в итоге, короче, я до хрена набрал веса, массы. А сейчас я вам показываю, кстати, пока вот Пласа Испания, да, здесь очень много, вот арт-музей Каталунии на Монжуике, соответственно, здесь очень много всего-всего интересного, что можно показать, и к чему бы я это все. Короче, я решил худеть. Сегодня 31 января, завтра, соответственно, у нас 1 февраля. Я с 1 февраля решил прям реально посадить себя на дикий жескач. Смотрите, я 7 лет уже не курю сигареты, бросил прям в один день. Как думаете, что самое важное в том, чтобы похудеть? Дисциплина, диета, хренета? Нет, это сила воли. Сила воли нужна для того, чтобы сидеть на диете, не срываться, уменьшить дозы хавки и так далее. Короче, я не собираюсь себя ограничивать в чем-то там, в сладостях и так далее. Я буду есть все подряд, просто я хочу урезать свои порции реально больше на ночь. Не обжираться прям, даже не нажираться, не обжираться, а просто по чуть-чуть кушать. Вот, и как думаете, я бросил курить, 7 лет не курю, я бросил пить, вот в предыдущих видео я не пью ни пива теперь, короче, ну вообще. Ну только на Новый год я выпивал вино, потому что ко мне прилетали друзья из Москвы, и мы тусили, короче, 10-дневный у нас такой трип был, мы накуривались, короче, и пили вино, вот. И сейчас я опять как бы не пью, не курю, потому что, ну, не с кем, нету друзей и как бы нету повода. И вот есть повод реально похудеть. На 20 килограмм надо мне к лету, к пляжному сезону похудеть. Как думаете, получится, не получится? Пишите в комментариях, как вы считаете, что важнее. Вот я все-таки думаю, что важнее всего все-таки именно сила воли. Остальное все полная херня. Ну, а я сейчас... вот у меня с собой дрон. И, соответственно, хочу здесь полетать и сделать красивые кадры. Ну, смотрю, очень много прям море сегодня здесь как-то полиции. Но я думаю, я что-то все равно найду, что здесь сейчас... поснимать засыпло, потому что я в разных локациях летаю в разное время, и в разное время одни и те же локации смотрятся по-разному. Ночные там съемки, при сумерках съемки, дневные съемки, в солнце. Ну, короче, с разных сторон все по-разному смотрится. В разное время суток и в разное время года. Поэтому вот сейчас я опять буду взлетать за очередными киношными кадрами. Да, именно киношные кадры делаю красивые, плюс делаю крутые фотографии в перспективе. Смотрите, какие фотографии у меня получаются, наверное, все-таки в Инстаграм у меня. Слава Барселона также называется, как и YouTube-канал. И я планирую запускать потом на печать этих фотографий, чтобы печатать прям большие типа картины домой. На огромные фотографии с видом там... Барселона с достопримечательностями, какие-то здания классные, которые известны во всем мире. Ну, то есть в Барселоне есть какие-то определенные здания, которые реально очень известны. И вот фотографии с ними в разное время очень классные. Вот. Короче, давайте, пишите про похудение. Как вы думаете, сброшу я 20 килограмм? Вот с 1 февраля надо до 1 мая за 3 месяца 20-ку надо... просто долой нафиг, просто выгнать.
во мне сейчас 111 килограмм, надо сбросить до 90 хотя бы. Лучше до 88, вообще было бы оптималочка. 20-23 килограмма. Все, до скорых встреч, короче, я жду ваших бомбических комментариев. Давайте, увидимся.